Если бы не юмор, чем бы ты сейчас занимался? Херней. Вернетесь ли вы в КВН? Все, завязать нафиг со всем этим. Как ты попал на батл, ты помнишь? Это знаешь как? А поехали, и они поехали. Вот так это произошло. Были предложения поработать где-то? Очень много времени забирает Москва. Сколько нужно шапок, чтобы выиграть высшую лигу? Когда начинают говорить, что я бы здесь усилил, вот приди и усиль. Вот приди. Поехали, ребят. Да. Все, едем. Алексей Кривенин у нас в гостях. Я тебе объясню, что будет происходить. Неделю назад я повесил в своем телеграм-канале, он где-то вот здесь появится снизу, объявление о том, что ты к нам придешь. Угу. Соответственно, люди тебе накидывали разные вопросы, так что это не мои вопросы, это люди тебе задали. Итак, начинаем. Илья Захаров. Первый самый главный вопрос. Вернетесь ли вы в КВН? Да, мы планируем в следующем сезоне вернуться и наконец-таки попробовать по-настоящему побороться за золото. Вот. Ну и в этом сезоне мы планируем и в Светлогорск съездить, и если получится, еще куда-нибудь. Например, там Кубок Мэра, может быть. Слушай, а тяжело было уходить? Вот тот, я помню ощущение, когда ты прощаешься, это в том зале, в маленьком, в Сочи. Это происходит обычно там, на глазах, ну там, 200-300 человек, но это самое трогательное, что может быть в своей жизни, как КВНчик. На самом деле мы-то не прощались, ну, даже да. В Сочи не прощались, вот, но, да ну ты даже, наверное, помнишь, на финале мысли такие были, все, завязать нафиг со всем этим. По-моему, у вас мысли так с самого начала были, вашей команды. Ну, с первого нашего сезона. С первого нашего появления. Быстрее, все, чтобы закончилось. Нет, на финале, правда, мы думали, задумывались, что все, хватит. Устали, надо отдохнуть, да и сколько можно. А потом, знаешь, когда переломный прям момент произошел в Сочи, когда закончилось это все, и ты сел, и ты просто не понимаешь, что делать с этой кучей свободного времени. Прям вообще я сижу, говорю, а что, мы больше ничего другого не умеем, кроме как писать КВН и выступать в нем. Ну и вот началось, ну сейчас уже прям сильно скучаю. Да? Да, я очень сильно скучаю по сцене. А ты скучаешь именно по сцене? По вот да, этим... по сцене, по всем этим бессонным ночам. Ну, даже если там командам каким-то помогаешь, да, пишешь, это не то. Вот все равно, это как ни крути, не тот кайф. Но вот. Вы вообще требовательная к себе команда? То есть, грубо говоря, вот у вас что-то не получается, вы будете до последнего клевать, чтобы это получилось, либо скажете, ладно, оставим это на потом, если будет время, вернемся. Нет, у нас такого нету. До последнего допилить это, доделать. Если не идет, не идет, давай другое делать. Вот, не знаю, мы как-то по этому поводу не заморачиваемся. Самый явный пример... Кайфажоры такие, да? Ну, не то, что кайфажоры. То есть, значит, не работает это. Okay. Значит, надо что-то другое. Можно... Время есть. 20 минут можно номер переписать. Сейчас уже, конечно, немножко по-другому я мыслю. Потому что... Есть вещи, на которые нужно уделять прям время, чтобы они сработали. Раньше, если ты показываешь, что это не работает, я сразу считал, что это не смешно. Ну нет, есть смешные вещи, которые ты просто не понимаешь, как их показать смешно. Потому что начитки ты читаешь, это веселит, а ставишь на ноги, это не работает. Значит, ты неправильно показываешь. Значит, может быть, это не твой материал. Ну, то есть, следующий сезон вы возвращаетесь конкретно за чемпионство. Да, конечно. У вас будет единственная цель. Ну, будем сильно, сильно биться. Ну, по крайней мере, ну, до полуфинала, как всегда. Окей, там явно появится очень много новых коллективов. Но если ты вот идешь туда за золотым руном, так скажем, аргонавты отправляются из Амавира. В общем, кого бы ты не хотел встретить на своем пути? Кого бы я вообще не хотел встретить? Ну, или вот соперников, да? Соперников, да. Слушай, на самом деле
очень тяжелый соперник. Азия Микс для нас. Да? Не знаю, морально просто. КВН, юбилей, с нами в сезоне веселей. Просто морально очень тяжелый соперник. Морально и Маратик там еще. Да, был. И Маратик там, да, еще очень тяжелый соперник. Это кыргызский великан Маратик. Я ухожу из команды. Почему? Из-за вашего КВН у меня люди на улице пальцем тыкать начали. Ну зато вилами перестали. Не знаю, может это сложилось такое впечатление, потому что мы две игры, первый наш год попадали две игры и попадали сразу с ними. Но все равно, вот, то есть там сразу чувствуется опыт. Чувствуется. Ну, сейчас не знаю. То есть... Так они же тоже могут вернуться. Опять? Ну, вроде в Светлогорск не едут, мы уже мониторили. Интроверта или и Джулия Люговский. Много этих вопросов было. Вот я выписал две девочки, которые задавали. Что планируете поменять к будущему сезону? Ой, я... Честно. Ты можешь сказать, что ничего не будем менять. Ну, то есть, будет ли какие-то масштабные изменения? Мы задумывались добавить человека. Но пока нету этого человека. Что добавлять? Да. Кого? Зачем искать? Если появится, то попробуем. Кстати, прикольная история у меня есть. Я ее даже, по-моему, нигде не рассказывал. Ты первый. Ну-ка. Не прошлый год, а позапрошлый, получается. 2017. 2017 год. Мы разговаривали с Сашей Бурдашевым, чтобы он играл с нами. А, замечательная приглашенная звезда. Кстати, как вас зовут? Александр Бурдашев. Такие вещи знать надо. Ты представляешь, что с ним разговаривали вы, дальше с ним разговаривали планета Сочи, но первее с ним поговорил Наполеон Динамит. Нет. А вы еще раньше говорили. Мы вообще разговаривали прям до планеты Сочи, еще даже команды, по-моему, не было. Мы пытались что-то поменять, вспомнили, увидели Бурдашева, знали, что он с Краснодара, начали разговаривать. Ну что-то Саня не согласился, там у меня своя работа, свои дела. Вот. И сейчас он, ну я на самом деле рад, потому что это был такой переломный момент, потому что мы как обычная стандартная команда КВН решили добавить человека, и это типа новый вдох, и все пойдет лучше, но нет. Потом мы вот как раз из-за того, что он не согласился, придумали первого дядю Леню и начали выводить родственников. Да это ж у меня ж племяшка в Олене, да я быстрая на веренье. Здорово! Привет! Здорово! А где племяш-то? Ладно, видали, себе велик купил новенький. Знаешь, сколько скоростей? 60 миллионов тысяч штук. Веришь? Нет, сейчас покажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, три, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать один, двадцать два, там после двадцати туго идет, по-моему, да? То есть, если появился Бурдашев, не было бы родственников. Ну, вот этот ход, он не исчерпал себя, когда ты в конце какое-то другое лицо одеваешь и выбегаешь? Уже исчерпал. Будет что-то новое совершенно, да? Ну, я не думаю, что мы в этом году на спецпроектах будем стараться удивлять. То есть, в любом случае, нам хочется еще подурачиться в той картинке, в которой нам нравится и комфортно. Но, я думаю, к сезону мы будем стараться что-то, какой-то новый ход придумать, чтобы еще это сильнее заработало. Вот очень всех интересует вопрос, он тоже у массы людей был. Кому в голову пришла идея команды? То есть вот человек в шапке, странный милиционер, странный алкоголик какой-то, поэт, и у нас человек есть Грант, который очень странный подросток, грубо говоря, так его можно описать. Как это вообще, к этому можно дойти? Но... Это был сильно синий вечер или что? Нет, на самом деле это единственная, наверное, вещь, которая прям продумывалась. Реально? Да, это прям... Мы играли долгое время в Армавире, играли попсовой командой. То есть миниатюрки какие-то, но мы даже там пытались засовывать какой-то сюжет. То есть у нас вместо дядь Паши выходным персонажем был Грант. Потому что Грант армянин, да, у нас город Армавир славится армянами. Армавир, армяне. Да. И он был выходным персонажем с какой-то там драматургией минимальной. Постоянно выходил, у него были какие-то проблемы. И мы играли, показывали миниатюры, показывали номера. И в моменте выиграли все армавирские, там, всевозможные эти кубки, лиги. У нас там три их, по-моему, было лиги.
И зрители просто, знакомые все начали говорить, ты уходите уже вообще с КВН, либо езжайте в другой город. Надоело это смотреть, одно и то же. Гегемония, так сказать, ну, надоело. Кривение, да? Ну, не, вообще все. Денис там долго играл, Денис еще до меня играл в КВН. Видит Бог, я никогда не мог себе представить, что три таких скромных парня из глубинки страны могут вырасти таких монстров в КВН. Поздравляю вас! Спасибо, спасибо! Юлик, у тебя со счетом тоже не очень хорошо, понимаешь? 3-4, их четверо, понимаешь? Нет, это мент. Потом мы пришли, он ушел в армию. Реально? Да, да. Он вернулся, опять начал играть в КВН. Вот. Потом пришел с армии Макс, тоже начал играть. Максим еще играл с соучастниками. Серьезно? Настолько. Ну, он там пару раз, правда, но играл. Вот. И мы тогда решили, сели, обдумали, сказали, мы умеем писать миниатюры, придумывать образы. Но мы не умеем писать литературные шутки, какой-то текст, который можно просто стоять и говорить, а-ля кефир. И решили придумать интересные персонажи какие-то. Ну, интересных не получилось, получился трус, балбес и бывалый, грубо говоря. Ну, примерно. Да, взяли там за основу это все, да. И Денис ушел с команды. Он сказал, все, я не буду играть, мне уже 30 лет. Сколько можно в этом Армавире играть? И мы заходим русской дорогой. Придумали русскую дорогу, потому что слушали Растеряева. Вот. Выиграли первую игру, очень сильно выступили в Армавире. Всем понравилось, говорят, ну вот, это новое что-то, давайте пробовать. Но мы вообще деревенский юмор прям, сильно деревенский показываем. Ну, представь, если мы в Москву приезжаем, говорим, вот провинция, да? В Армавире надо было вообще какой-то колхоз брать. Вот, мы с колхоза приехали, чтобы, ну, типа, на уровне. А, вот, вообще дебилы. Вот. И в итоге на вторую игру пришел Денис и сказал, можно я с вами опять буду играть? Да, и мы говорим, слушай, ну давай, а кем? Да давайте выходняк какой-то придумал, там начал придумывать. И очень много образов начал показывать. Там у него был и Гарри Поттер какой-то. И почтальон. Кстати, вот этот почтальон потом в Сочи в кейс плевал. Да, да. Вот он был изначально в русской дороге. Юй, Дима! Мои слезы, моя печаль. Здорово, здорово, Юдима. Серьезный человек, между прочим, да. И в итоге он в конце сделал участкового, по-моему, в последней игре. Или в предпоследней. И мы поняли, что это такой плац, типа социальный, ну, такая платформа, типа можно и про власть он может пошутить, и вот, ну, близко людям, все понятно. Здорово, бандиты. Юра, музыку выключи, сейчас аккумулятор на бобике сядет, и его один до Армавира толкать будешь. А это, кстати, дядь Пашка, наш армавирский участковый, вот такой мужик, я вам говорю. Слышь, заткнись, рыжий. Кто на моем бобике написал слово из трех букв? Государство. И все, начали играть, выиграли Армавирскую лигу. Решили поехать в Сочи. Собрались вообще как-то безалаберно, по-моему. Взяли вещи, сняли какую-то квартиру, приехали туда, заплатили. У нас было денег ровно на выступление. То есть мы выступаем и уезжаем. Реально. Да, вот ни результатов, ничего. Ну вот мы приехали, выступили. Уехали тут же? Выступили хорошо, пацаны уехали, мы там у кого-то, у директора взяли денег чуть-чуть. Ну да, мы с Грантом походим хоть там, я не знаю, покайфуем где-то. А я еще приехал только с батла, уже более-менее знакомые в Сочи есть, там с кем можно походить, потусить. И мы на результатах сидим, и мы первые во втором туре. И такой, нифига себе, на трубку сразу. Приезжайте обратно, там пацаны радостно. Приехали, выступили в абсолютный ноль. Вообще в такую тишину. Прям в ужасную. И все. И нас вообще ни в каких списках ничего не было. Единственное, что дядь Леня Куприда за нас туда. И вы поехали в Минск тогда? Да, он пришел, говорит, ну, прикольный проект, давайте попробуем поработать. Ты сказал, что ты приехал с батла. Как ты попал на батл, ты помнишь? Вообще, это дурацкая история какая-то. Это самый, я не знаю, вообще, в принципе, это знаешь как, а поехали, и они поехали. Вот так это произошло. Кстати, на кастинге, по-моему, сидел ты и Обухов. Обухов сидел, да.
Вот, мы приехали в Краснодар, вот это там все, пейджем с этим, жутко нервничали. Посоветовал нам это с Бакса участников Пеца Дима. Да. Мы, у нас распалась вот эта там какая-то сборная, которая очередная, была, да, в Армавире, да. Ушли все старички, а типа мы вообще ничего не хотели. Играли вот этой там «Мафия юмора» команда называлась. «Мафия юмора»? Вот. Ты был Аль Капоне? Почти, да, там. И в итоге все развалилось, поругались. И Дима говорит, ну а что, есть ТНТ, езжайте, попробуйте. Мы говорим, да какой нафиг, там деньги, наверное, платить надо. Ну, батл абсолютно ломает вообще все стереотипы. Да. Если ты играл в КВН и хочешь попробовать батл, ты едешь, да? Мы были в шоке. Почему? Ну, это был пипец какой-то. Мы приехали на кастинг, нам говорят, ну, давайте попробуем. Мы выходим, короче, а там, ну, друзей же охренеть сколько. И они такие, мы в режиме ожидания. Мы говорим, а нам сказали, давайте попробуем. Они, что, серьезно, прям так взяли? Ну, да. А что там, ну, пойдем, там деньги надо сейчас давать, занимать, чтобы приехать же туда, надо где-то жить. Мы приходим, говорят, ну, вот подпишите, вам там деньги переведут, жить есть и жрать дают. Подожди, это херня какая-то, давай не поедем. Так не бывает. Так не бывает, ты всю жизнь складываешь, складываешь, а тут типа, вот, приезжайте, еще и по телевизору покажут. Думаю, нет, что-то не то, сейчас почку заберут там. Ну, в итоге прилетаем в батл, обалдеть, там атмосфера, вот эта, гостиница, я не помню. Турист. Турист, да, вот, там много этих. Ну, мы вообще не понимали, где мы, что писать. То есть все время КВН писал, тут давай, от тебя что-то просят. А показывали же вам в этих, в комнатах? Да. А тебя ж, ну ты ж КВНчик, все как в комнате, это неудобно как-то. Ну и все как-то, все это ломалось, ломалось. В итоге... Даже вы прошли тогда? Да. Пипец это был. Столько матов я в жизни не говорил. В эфире. Просто самое смешное, что я потом вышел и понял, думаю, блин, это ж будут смотреть по телевизору мои знакомые, там, мама. Да, я говорю, да похрен, запикают. Я, мне стыдно. Ну, в итоге прошли, потом приехали, да. Уже потом поняли, что это не наше. Да. И, кстати, шапкой, то есть русская дорога появилась после батла. Был банкет такой. Банкет бесплатный для нас. Мы все там съели с Денисом. Это вообще, ты представь, два пацана из Армавира прилетают. Там еще, я не знаю, помнишь ты или нет. Нас всех собрали, и Слава Дусмухамедов говорит, что вы не переживайте, там, кто сливается, не сливается, это не страшно, потому что сейчас будет запускаться новый проект, который называется, рабочее название пока что, там, «Золотой что-то». «Золотая молодежь» или что-то такое. Короче, в итоге я как подошел к тебе или к Обухову, говорю, а там этот «Золотой дождь» когда будет сниматься? Можно нам туда? Вот, пацаны, езжайте в Армавир, все у вас будет хорошо в жизни. Не помню, вот кому из вас я подошел. Ну и в итоге... В итоге ни золотого дождя никакого не было. Нет, ничего не было. Ну вот был банкет, и все подходили к Славе. И мы подошли. И он говорит, ну, там, пацаны, вы же КВН играете. Мы говорим, ну да. Зачем вы сюда приехали? Ну, для чего? Если бы вы приехали и начали перестраивать себя, так вы же не начали себя перестраивать. Ну если вы кайфуете от КВН, играйте в КВН. Мы говорим, ну да, там, да. Он говорит, ну в КВН же тоже ни хрена не получается, я так понимаю. Мы говорим, ну, правильно понимаете? Раз мы здесь. Да, раз мы здесь. Он говорит, да потому что вы людей обманываете. Вот ты, говорит, приехал сюда на батл, надел пиджак, зашел в эту костюмерную, тебя нарядили, говорит, ты там в мокасинах, в пиджаке. Ну, посмотри на себя, какой пиджак. Приедь домой, шапку норковую одень на голову, встань перед зеркалом, пойми, кто ты, и выходи, говорит. Люди будут верить, люди будут смеяться, все будет работать. То есть реально шапку норковую придумал Слава? Да. Мы приехали домой, начали придумывать русскую дорогу. Я почему-то надел эту шапку. Потом мы эту шапку сняли. И самое главное, что Грант говорит, без шапки не работает проект. Это на третьей игре где-то. Ты одень шапку. Я говорю, да не в шапке дело, надо юмор писать. Ну там, он не работает, не работает. Ты в шапке старше выглядишь. Это все, ну блин, надень, что тебе жалко. Ну вот, по сей день в этой шапке. Слушай, ну круто. Это очень крутая история. Да, правда. Анна Денисенко спрашивает. Угу. Как вы думаете, сколько нужно шапок, чтобы выиграть высшую лигу? Такой вопрос. Круто. Сейчас подумаю. Так. Ну, где-то шапок 20 я уже поменял. Ты реально шапок 20 поменял? Ну, нет. Наверное, не 20. Сейчас я даже вспомню. Ну, примерно 15-20 шапок где-то, да? Плюс-минус.
Они, вот не поверишь, бывало такое, после концерта, я ее просто разрывал вот так. Реально? Да, что? Она не вывозит все. Стряпка такая. Ну, в Светлогорске последний раз, когда выступали, вот последний Светлогорск. А мы же как зрители верим, что это одна всегда. Одна любимая, родная. Сейчас Фельдеперса такая за 7 тысяч у меня. Реально? 7 тысяч. Где вы берете? Это очень трудно найти, на самом деле. У нас администратор тут по всей Москве ездил, искал эти шапки. И на Светлогорске прошел эфир, раздали Кивинов, концерт на бис. Александр Васильевич ведет, и у меня подход к Александру Васильевичу. И я смотрю, а на меня Александр Васильевич так на шапку смотрит. Я думаю, что происходит? Поворачиваюсь, там к пацанам подхожу, и они все на шапку смотрят. В итоге я захожу за кулисы и понимаю, что у меня оторвался этот логан, и он и так висит. А здесь, знаешь, ну просто дырка такая. Вот думаю, ну слава богу, что не на эфире. Ну не на съемке она умерла у меня, эта шапка. Артем Чебаков спрашивает. Алексей, слежу за вами с Международной лиги. Вопрос. Можете проанализировать изменения своего образа на протяжении этих лет? Были какие-то изменения? Вот человек с Международной лиги за тобой следит. Да. Да, были, конечно. То есть, в любом случае, мы заходили как... Ну, я как персонаж заходил более как деревенский вообще, в Международной лиге это прям страшно. Я боюсь смотреть эти эфиры. Да? Ну, там просто все ужасно. У меня пиджак вот этот задранный. Я не могу сформулировать на сцене свои мысли. То есть я там еще хуже забывал же там. То есть это вышки, это проблема. Мало кто знает, что есть проблема небольшая у Алексея. Он частенько из-за волнения, скорее всего. Я всегда волнуюсь. У меня нету такого даже на концертах. У меня так трясет. Из-за волнения вылетают просто слова, там, просто предложения, буквы, монологи, конкурсы целые. Вырезаю сразу. Забыл слово. Гвоздь, значит, не надо этой шутки. И вот, мне кажется, сейчас более понятный персонаж стал. То есть что-то добавлялось. Сейчас появились эти переживания, больше эмоций каких-то добавилось. Раньше все это было так более легковесно. Сергей Сидюков, сможет ли когда-нибудь вернуться тот уровень юмора, какой у вас был в начале 2017-го? Вот там вы, видимо, задали какую-то невероятную планку для Сергея Сидюкова. Ну, блин. Как, ты помнишь как вообще, это что сказать? Это что там? Да, для меня самая лучшая наша игра – это 1/4 2017 года. Там, я не знаю, как сошлись все звезды. Все выписалось очень просто, это было. Придумали все новые формы, то есть придумали вот эту форму, что мы привозим людей из Армавира. Да. Ага! Кто моего внука обидел? Что вы постоянно ругаетесь? Дружнее надо быть, добрее надо быть. Вот у меня друг Колька есть, да, мы с ним на охоту ходили. Так на нас стая волков напала. Не один волк, не два, целая стая. Да, и начали Кольку рвать. А я на дереве сижу, думаю, посмотри, какие дружные, а? Вот это стая! Вот это команда! Это надо придумывать, опять же, новую форму. Потому что почему там... У тебя была одна планка, потом ты что-то новое придумал, ты ее задрал. И, естественно, эта планка сейчас работает, но уже становится хуже работать. Ну, мы постараемся к следующему сезону еще поднять эту планку. Окей, Николай Романов спрашивает, смотришь ли ты Дениса Косякова и как оценишь его уровень объективности в обзорах? Я смотрел Дениса Косякова. Мне, в принципе, я не понимаю этих обзорщиков. Я понимаю, что они делают и для чего это они делают. И, в принципе, мне интересно бывает посмотреть там из себя, когда они оценивают наше выступление. Но когда начинают говорить, что я бы здесь усилил, вот приди и усиль. Вот просто. Честно. Вот приди, усиль, вот сделай, отрепетируй. Когда говорят, блин, ну у них там что-то не получилось, ну у них же там 3 дня было. Вот приди. Просто у всех такой стереотип. Я понимаю, да, мы должны там, все стараются. Я не думаю, что есть такие КВНщики, которые не стараются. Все хотят высшую лигу, все хотят ее всегда выиграть. И это борьба. Поэтому ты всегда стараешься лучше, чтобы лучше было, лучше было, лучше было. Но из-за того, что мы все не профессионалы, мы все это методом тыка делается.
Вот. Но большая проблема в том, что ты должен это написать. Самая большая проблема – выучить. Еще отрепетировать. Это очень много занимает времени. Поэтому я не знаю. Когда я... Самый для меня классный пример – это Кравченко. Дима, да, по-моему? Да, Дима Кравченко. Дима Кравченко, первый его обзор. Когда он садился и говорил, я как зритель хочу сказать так. Мне не понравилось вот это, мне было это не смешно. Мне не понравилось вот это. Вот это было смешно, вот это было оригинально, вот это было круто. В целом игра, вот как зрителю, мне понравилась вот так. Но когда они начинают рассказывать, что ребята, как вот это вы можете придумать? Зачем вы это вообще носите? Зачем вы это делаете? Ну, каждому человеку можно сказать, зачем ты этим занимаешься? Самое главное, что, блин, делал бы Семен Слепаков все эти обзоры. Ну, человек, который очень сильно, да? Который, даже я не знаю. Безграничное доверие? Ну, не то, что даже безграничное доверие. Человек, который играл. Человек, который... Я иной раз, вот я занимаюсь сейчас редактурами, да? Вот я ездил, там, у меня две лиги, я вот редактирую. А где ты, кстати, лиги? У меня Северка у меня. И... Северная лига. Да, Северная лига и Салехард. Салехард, вот. И иной раз просто приходит команда, приносит тебе материал. И ты понимаешь там, что, блин, ну там половину надо убирать. И все равно за некоторые вещи ты цепляешься, помогаешь, пытаешься помочь, потому что ты понимаешь, если ты сейчас высечешь большую часть, у них просто времени не хватит что-то сделать. Лучше пускай это доделают, ты им там где-то лучше поможешь. Лучше пусть это довести, чем сейчас вообще может быть вообще, да, произойти фиаско какое-то. То есть лучшее враг хорошего. Ну да, просто входишь в положение, потому что ты сам бывает. Вот я помню, у нас самая сложная игра. Вот, кстати, вот эта 1/4 была, в которой все звезды сошли. 2 суток мы не спали. Просто потому что, ну, не было возможности. То есть ты очнулся, пацаны там, авторы говорят, так, пацаны, уже 8 утра, мы пойдем. А тебе еще собирать это все. Ты садишься, это собираешь, уже там 10:30, в 11 редактура. Ты еще ни разу не репетировал этого. И ты на этих всех энергетиках, на кофе выпиваешь это все, приходишь на редактуру, плохо показываешься, потому что ты не отрепетировал это. Оно все уходит, а мы, ты знаешь, мы не привыкшие спорить. Ушло и ушло. Перепишем. И ты приходишь, понимаешь, что там 30 минут ты где-то, если закимарил, это хорошо. А когда ты приходишь, понимаешь, что у тебя конкурсы там поуходили, ты даже спать не ложишься. Вот еще есть такой вопрос. Алабама Special One. Алексей, как на ваш взгляд вернуть КВН былую популярность и любовь миллиардов? Ух, какой вопрос. Почему-то вот он думает, что миллиарды все-таки миллиарды, смотрели да. КВН, а не миллионы, а миллиарды. Ну, примерно, плюс-минус. И вот это мнение, что сейчас КВН хуже, чем был когда-то. Ты так считаешь вообще? Нет, я вообще не придерживаюсь этого мнения. Вот я не помню, кто это говорил. Он всегда не тот. Александр Васильевич. Да, Александр Васильевич. Добрый вечер, дорогие товарищи. Добрый вечер, дорогие любители клуба веселых и находчивых. Вот и настал день, которого мы с вами так долго ждали. Первый раз вел, и он рассказал следующий год. После этого к нему подошли и сказали, что КВН уже не тот. Да. То есть, и эта фраза его преследует вот на протяжении всего. Вот я не считаю. КВН это, ну, по мне, так ничего вечного нету, понятное дело. Но... Это вечная игра, блин. Там все для успеха, ну, грубо говоря. То есть у тебя каждый год меняется все. Приходят новые лица, новые кумиры, новые любимчики, новые сильные, новые слабые. И это игра эмоций. За нас переживают, болеют, кто-то ненавидит. Это же все круто. То есть люди, которые ненавидят русскую дорогу, обожают плюшек. Есть люди, которые ненавидят плюшек, обожают русскую дорогу. И вот это постоянно, они поэтому и следят за этим, смотрят. А вернуть былую, ну, сейчас из-за того, что стало очень много площадок, наверное, юмористических, да и вообще, в принципе, много всего. Раньше почему он такой популярный? Раньше радио сильно, наверное, да, популярное было? А телевизоров не было? Когда-то да. И говорили там, да. Перед этим газеты. Да, газеты уже не те, никто же не говорит. Не, слушай, у меня есть потрясающее сравнение, короче. Один очень мудрый взрослый человек мне сказал, короче, я его тоже спросил этот вопрос, он говорит, вот многие считают, что КВН не тот. Он говорит, ну как это, в принципе, говорит, сравнивать? КВН – это же река.
Вот ты к реке же не приходишь, не говоришь, не та река. То есть, реально, он говорит, ну как, вот ты был маленьким, была река, типа, она тебе казалась больше, ты стал больше, ну типа, она поменьше кажется. Ты говоришь, что-то не так с рекой. Да не, она такая же, братан, только ты что-то меняешься. Да, да. Вот то же самое происходит. Менять что-то надо, безусловно. То есть, еще молодежнее делать, еще, не знаю, находить новые какие-то пути, это все омолаживать. Но, блин. Но она популярна? Да, она популярна. Она очень сильно популярна. Если бы она не была популярна, я бы здесь сейчас не сидел, правильно? Да, абсолютно точно. После окончания игры, ну, после того, как вы сказали, что вы будете, сделаете перерыв и так далее, были предложения поработать где-то? Да, были предложения. Сейчас работаем. Ну, предложение было от Амика, да? От Амика Продакшн поработать. Еще какие-то сторонние были? Все были от СТС, грубо говоря. Работа на СТС. ТНТ не предлагали работать. Да мы, в принципе, не рассчитывали. Потому что, ну, как адекватно же понимаем, что парень в шапке. Есть Максим Киселев, тем более, чем меня. Зачем? Шило на мыло меня. Ну, то есть, понятно. Вот. Народность персонажей все-таки ближе к СТС. Да, да. То есть, вот уральские пельмени и так далее. Да, вот. И все были с СТС. Работаем сейчас в КВН Продакшн. Чем занимаетесь? Занимаемся, пишем свое, хотим придумать сериал. О, идея есть уже. Пока она получила свое, так сказать, благословление на низшем уровне, да, то есть на уровне продакшена, на канал еще не носили, но потому что на канал нужно уже нести плотно, чтобы, да, чтобы ты мог ее защитить, а да, не так, что тебе говорят, что «А что это?» Ты говоришь «Ой!» Поэтому хочется принести уже более... И нам, чтобы все понятно было, самое главное. Пока нам еще не все понятно. Но вы видите свое телевизионное будущее именно... В каком-то сериальном производстве или вот шоу? Нет, вообще все равно. Просто я понял в моменте, что я хочу быть в кадре. Да? Ну, мне это очень интересно. Я хочу сейчас тоже и на курсы попытаться записаться. Очень много времени забирает Москва. Вообще никогда в жизни не думал, что так быстро будет все пролетать. Да. Правда, вот честно, сравнение. В Армавире все очень долго. Ни одно нет. Нет, ты в Армавире, ну, я не знаю. Для меня ты в Армавире живешь. Здесь вообще я не успеваю ничего вообще. Я сегодня выехал, приехал сюда, я не знаю, за полчаса. И вот здесь ходил там, пока искал. Потому что я никогда не успеваю ко времени. Я либо приезжаю сильно заранее, либо сильно опаздываю. Вообще не могу перестроить. И здесь сутки проходят вот так. В Армавире? Ну, как-то я не знаю, да пошел туда. Посмотрел на что-то. Нет, правда, здесь очень быстро течет время. Но ты хочешь пойти прямо на курсы актерского мастерства, да? Да, но на самом деле, знаешь, я боюсь этого как-то, с одной стороны. Но с другой стороны, понимаю, что это прям сильно необходимо. А почему ты боишься? Ну, есть у меня такое предположение, что это вообще третий мир. Скорее всего, да. То есть КВН – это отдельная вообще история. Это я понял после Сочи, когда мы приехали в Москву, начали ходить со всеми общаться. И потом мы начали работать. И ты понимаешь, что ты ни хрена не умеешь. Вообще ничего. То есть ты умеешь вот выступать в русской дороге и ее писать. Все, все остальное так подожди. И ходишь с этой палкой, знаешь, проверяя, куда тебе наступать, что тебе делать. И я боюсь пойти туда, что там опять будет это просто перегрузка мозга будет. Слушай, ну мне кажется, надо вам отыграть и потом идти, потому что я вот сейчас дальше будет смотреть. Просто главное, чтобы тебе не перестроили там мозги, потому что там действительно вот это я и боюсь. Должны перестроить мозги, потому что по-другому ты мыслить начать должен. Но как факт, если в дальнейшем ты будешь этим заниматься, актерством и что-то еще хочешь, то на это надо обязательно сходить, чтобы тебе перестроили именно мозги. И мне кажется, еще ты тогда перестанешь быть вот КВНщиком, ну, то есть смешным. Ты начнешь все это играть. Ну все равно ж есть в этом зерно, когда ты, грубо говоря... Ну, ты же не всегда будешь КВНщиком. Нет, это понятно. Надо осознавать, что ты не всегда будешь КВНщиком. Я просто не говорю, что я хочу играть в театре или в фильмах серьезно. Я просто столкнулся сейчас с некоторыми съемками и понимаю, что я вообще дятел прям. Да, да. Вообще, вот камера эта стоит, и ты 30 раз повторяешь, 10 раз ты повторяешь одно и то же.
И тебе говорят, вот как в шестой раз сделать. Какой нахрен шестой? Алло, ребята, а как? Подожди. Я помню, я тоже приходил в свое время, кастинги какие-то были, меня пригласили играть в каком-то сериале. И я представился как КВН. У меня какая подготовка? КВН. И со мной дама была, она Анастасия, как это, Бздонская. Ну, типа, у нее какое-то звонкое имя, короче, театральное и так далее. Она зачитала какой-то список, типа, школ, которых она закончила. И я прям думаю, ну, сейчас мы будем, беда. Вот. И режиссер, когда давал нам задания какие-то, он ей объяснял, что, типа, сверхзадача у вас такая, вы его любите, но все равно смотрите на него чуть там выше и так далее. Вот. И, но любовь должна проснуться к этому. А мне он говорил, поднажми! Потому что, да, я бы не осознал тот факт, где что. Не, ну вот если бы я на такой кастинг пришел, я бы ушел сразу. Я даже не... А тут просто, ну, типа, КВНчики снимают проект, давай попробуешься. Ну, давай. И все, и в моменте ты понимаешь, что прям вообще не, ну, ты не понимаешь. То есть нужно учиться, правильно? Конечно, вообще очень сильно. Владимир Латрицкий спрашивает. Расскажи историю, как додумали с мотоблока увести на игру. Вот это тоже сильная история. Есть какая-то, да, история? Все сильные истории. Не, ну на самом деле ничего такого, просто... Что это вообще за история? Где это произошло? Первое наше выступление. Самое первое. Типа показать колорит деревни. И давай выйдем на мотоблоке. О, круто, давай. Все, команда КВН «Русская дорога». Если бы я этот лист сейчас нашел... Он реально существует, наверное. Может, даже где-то в кабинете в Армаире лежит. Было написано «Русская дорога». Первое, выезжаем мы на мотоблоке. И мы собирались недели две, наверное. И просто садились. Так, пишем проект. Да, давай. «Русская дорога». Так, да. Выезжаем, значит, мы на мотоблоке. Проходил день, мы расходились. Все, ни одного слова не придумывалось. Просто непонятно было, что делать. И в итоге где-то за... дня три до игры уже редактуры шли. И вот три дня мы там и ночами, и днями все это перелопатили, все, начали писать прям усиленно. И в конце, давай, надо же мотоблок найти. Ну, нашли мотоблок. Я его еще не смог заглушить, он чуть в кулису не уехал. Ну, мотоблок сыграл роль в «Русской дороге». С него все началось. Да. Артем Перов спрашивает, на взгляд твой, кто станет в этом сезоне чемпионом высшей лиги? В этом сезоне? Ну, не знаю. Претенденты. Хорошая кто? Борьба будет между борцами и «Такта». Да? Это будет, да, прям, ну, это мощный финал. Я уверен, что 100% эта борьба будет. И кто победит в борьбе, борцы или «Такта»? Я не знаю. Я и с той командой очень хорошо общаюсь. И мне нравится юмор и той команды. Я не могу сказать, что... Ну, то есть только ты две рассматриваешь. А не может быть, например, там те же «Наполеон Динамит»? Нет, или я уверен почему-то. То есть только... Почему-то, ну, там опыт. Ты же даже видно. Вот когда они выступают, просто видно, кто сегодня хозяин. Даже если где-то у тебя там у «Такта» и у борцов слабые, откровенно слабый момент, ты понимаешь, что это будет работать, потому что это они. Они просто на уверенном все это сдадут, все это скушает зал, и все это будет хорошо. Окей. Поэтому я болею за них. Вот в этом бы году двойное чемпионство. Вы помогаете какой-то команде в этом сезоне? Да, авторски. Помогали. Я помогал «Громокошкам». Кстати, как «Громокошки»? И «Селивановым», вот. Как и те, и другие. Как вот, ну, просто, как люди. Слушай, талантливый Никита, на самом деле, парень-то. Это «Громокошки». Да, Никита с «Громокошек». И девчонки игровые. Но чуть-чуть не хватило им. Мне кажется, это большая проблема премьер-лиги. Начинают люди сравнивать, что и то это телевизор, что и то это одинаково. Нет, это не одинаково. Даже дело в зале. Не, в зале, естественно, дело. Вот, конечно. Поэтому чуть-чуть... Те, кто играет в премьер-лиге, надо сразу перестраиваться. Понятно. Там надо кайфовать, делать то, что ты делаешь для премьерки, хватать там свои какие-то звезды. Но когда ты заканчиваешь там, и ты очень сильно хочешь, и у тебя берут высшую лигу, сразу надо перестраиваться. Угу. А,
Это очень сложно, на самом деле. Лучшая команда КВН, на твой взгляд, какая была? Вот за всю историю, вот на ту, которую ты ориентировался когда-то. Слушай, на самом деле очень много команд, которые мне нравятся. Ну, какие-то три можешь выделить? У меня просто их, правда, очень много, и я даже, наверное, в интервью постоянно разных выделяю. Но мне нравится сборная Пятигорск. Какая? С Картунковой. Так. Вот. Камызяки. Угу. И, наверное, Союз, наверное. Ты всех друзей назвал? Нет, почему? Не, вообще, когда ты смотрел по телевизору КВН, какие-то были? Когда смотрел, да. Ну, естественно. То есть мне нравились «Утомленные солнцем», как они нравились всем. Мне нравились ЧП «Минск». Не могу сказать, что... Вот «Мегаполис». Сейчас я понимаю, что это очень крутая команда. Очень-очень-очень крутая. Ну вот не понимал я их. Вот вообще не понимал. Ну, бывает, наверное, такое. И... Слушай, ну почему? Ну, то есть ты же прекрасно понимаешь, что вот эта команда, наверное, не для тебя, для кого-то другого. Да, да. Так, ну, такое вот же этим бывает. КВН и прекрасен, наверное. Ну, да. Что каждый может найти то, что ему нравится. Если бы не юмор, чем бы ты сейчас занимался? Херней, наверное. Правильный ответ. Ой, не знаю, вообще страшно представлять, на самом деле. Ну вот кем ты мечтал стать в детстве? Полицейским, блин. Тогда милиционеры же были, почему полицейским? А ты мечтал стать копом американским? Да, шерифом Армавирского участка какого-нибудь, района. Да, у меня папа работал просто в милиции на то время. Были шансы, и, в принципе, я хотел очень сильно. Прям сильно хотел, но слава богу, что. Ну, мы сейчас могли бы знать очень известного полицейского. Да. Ну, Алексея Кривеню. Это было бы плохо, потому что у нас полицейские, да, становятся известными только после какого-то казуса. Поэтому... Какую музыку ты слушаешь? Вообще любую. А вам нет музыкальных пристрастий? Причем у меня, знаешь, какие музыкальные пристрастия? Вообще непонятные. Я как-то... местами слушаю. То есть, грубо говоря, у меня бывает раз, я там полгода могу там какой-нибудь рок послушать. Потом раз, мне там резко нравится дабстеп, и все, там полгода я дабстеп чисто слушаю. Потом баф, шансон упал вообще там куда-то. Вот, честно. Нет, все, да, слушаю. Никаких привязок вообще. Вообще никаких привязок. За спортивную команду ты какую-нибудь болеешь? Да, нет. А спортом когда-нибудь занимался в детстве? Занимался самбо-дзюдо. Наверное, каждый занимался в жизни самбо-дзюдо. Да, и но... второй представитель сидит. У нас просто еще в Армавире хорошая школа самбо-дзюдо. Да, у вас одна из лучших в России. Да, у нас Ашот Маркарян сильно ее продвигает, и лучшие там мастера. И, в принципе, она у нас бесплатная была, и это такое прям очень крутое место было, где собирались все ребята молодые. Ну, потом там что-то пошло не так у меня. Сломал я руку, перестал заниматься. А когда пришел, уже те, с кем я начинал заниматься. И там полгода мне, по-моему, нельзя было заниматься. И уже когда я пришел, те, с кем я занимался, уже ушли в другую группу, более старшую. А меня опять типа, ну, давай вот с этими. Ну и все, потом стало неинтересно в разное время с друзьями ходить. Как-то не захотел искать новых друзей. На соревнованиях ты участвовал на каких-нибудь? Да, один раз я был на городских соревнованиях, 4-е место занял. В какой весовой категории? Ну, я даже не помню сейчас, я не вспомню. Потому что я 3-е место по Москве в весовой категории до 47 килограммов. Это примерно там, в какой класс, я даже не представляю. Но вот я помню эту бумажку, которую мне выдали, она мне там дома висит. Я не помню, потому что мне не дали эту бумажку, 4-е место, награды никакой, только рукопожатие. Крепкое мужское. Крепкое, да, мужское. Какую книгу последнюю ты прочитал и какую можешь порекомендовать? Вообще проблема у меня с этими книгами. Почему? Как и со всем. Ну, я не знаю, я не читал. У меня не было такого, что я там прям садился и взахлеб читал, вот как все рассказывают. Блин, так люблю читать. Не люблю я читать. Я вот не люблю. Я сейчас только понял, что это очень огромная ошибка моя. Прям большущая. Я сейчас начал читать. Сейчас я читаю «Война миров». Так. Вот. А ты именно фантастику любишь? Нет, просто начал читать. Почему именно с «Войны миров»? Посоветовали, говорят, вот прикольно, тебе должна понравиться. Окей. Почитай, там вот начали рассказывать,
И самое главное для меня, люди, которые много читают, хотел сказать, вот эти люди, люди, которые много читают, начинаются, ты знаешь, книга лучше. Вот я специально взял еще «Войну миров», потому что снимали уже фильм. Да. Несколько даже было фильмов. Да, и вот все говорят, что фильм – это не то. Я сейчас читаю книгу, но я не знаю. Так, книга, да, прикольная. Окей, если ты не сильно любишь читать, может, ты сильно любишь там кино или сериал? Да. Какой ты можешь посоветовать? Вообще, сериалы. Причем тоже какой-то момент у меня начался. Это очень резко произошло, я никогда не смотрел. Всегда смотрел фильмы. Фильмы, да, любитель был посмотреть. А потом узнал мир сериалов, и вообще меня сильно захватило. Твой любимый, скажи, какой? Мой любимый, мне «Игра престолов», то есть, сильно вкатило. И причем вот все говорят, что последняя серия всех там не радует. Ну, я не знаю. Мне понравилась она. Да, были недочеты. Ну, мне кажется, этот сериал... На него такая реакция, потому что он закончился. Ну, как бы, я не знаю, мне сильно он понравился. Мне сильно понравился сериал «Во все тяжкие». Причем, блин, это очень крутая история. А ты бы хотел сыграть вот такую роль какую-нибудь? Да я даже не полезу туда. Почему? Давай, поверь в себя. Не-не-не, я, как сказал один мой знакомый, не делай то, что ты не умеешь. Да, это я сказал. Да. Нет, это именно я имел в виду отношение, что КВН, сейчас не делай, да, то, что ты сейчас не имеешь. Вот в данную минуту, если ты не умеешь танцевать, не надо танцевать. Иди, да, поучись, да. И тогда будешь танцевать. Нет, я абсолютно понял тогда твою фразу, потому что это было за пару дней до игры, и там какой-то новый балет мы, наверное, хотели тебе показать. Вот. Да, такое. Но еще сейчас я смотрю «Викинги». Тоже очень классный сериал. Там тоже крутая история. Да, посмотрел я «Чернобыль». Бомбический вообще. Очень крутой. Очень сильно-сильно крутой. Вообще меня мелочи убивают. Ты сталкивался с этими людьми или с этими типа событиями? Как-то долетало до тебя это? Касательно до этого, то есть до сериала «Чернобыль», очень все по касательной. Ну, в главные моменты я все знал. Вот, но сам сериал, то есть сама съемка, сами мелочи, ну это ж убийственные мелочи. Да, это очень круто. Это пипец. Меня очень сильно убила одна штука, когда Легасов в последней серии, ну то есть было его выступление на суде, да. Он рассказывал, и когда он отошел к доске, начал рассказывать, как работает реактор, когда военный поднес ему микрофон специально, чтобы зацепила эта камера, поставил, типа, чтобы его лучше там, ну это, я не знаю, это очень круто. И еще пример, я сейчас смотрю «Метод». Ты смотрел? Да. Тебе понравился? Да, мне очень понравился. Вот после тех, вот ты замечаешь там мелочи, но которые... Ну, ты, наверное, не в неправильной последовательности смотришь, потому что ты посмотрел на, да, те сериалы, может, конечно. Быть. Может, просто очень много людей говорят, слушай, это так круто, это так классно. Я, безусловно, я его еще не досмотрел, не знаю, чем он закончился. Хотя я смотрел там «Дудя» и знаю, что его убьют в конце. Ну и, в принципе, понятно по логике, что девочка рассказывает за него в прошедшем времени, что, скорее всего, его уже нет живых. Вот. Но, блин, там такие какие-то мелочи есть. Ну, аж которых ты... Знаешь, ну как вот? Вот просто пример. Мы вчера, это я рассказывал в офисе. Вот «Чернобыль», говорю, поднес эту стойку, ушел. Говорю, а какая мелочь. Ну, это ж пипец как круто. И вот в «Методе» была какая-то серия. Маленький мальчик, который там также стал маньяком из-за того, что в семье была какая-то беда. Он был лунатиком. И вот его отец рассказывает, он, говорит, был лунатиком, и он в 2 часа ночи, каждую ночь просыпался, подходил к магнитофону и включал песню какую-то. Я не помню, что это за песня. И вот, говорит, он танцевал под эту песню. И нам сказали, с этим ничего нельзя поделать. Вот такой у вас ребенок. И он говорит, и мать сильно бесилась, она выбежала один раз, его избила за это. Я не знаю, правда это, потому что, ну, говорят, что, типа, это не вымышленные истории, типа, истории маньяков. Но по логике можно было продать магнитофон, да, и все бы наладилось. Да? Или почему она не подошла, не поставила его на шкаф? Там же маленький мальчик, 2 года. Просто, наверное, из-за того, что сама история интересная, крутые актеры, и все это снято качественно, тебя немножко выбешивают вот эти вот
Не, это крутой сериал именно для России, если его сравнивать с какими-то западными аналогами. Ну, конечно, там да, все вот, это разваливается, вот. Естественно, но, понятно. Блин. Окей, выходим на финальную прямую. Итак, я буду задавать тебе короткие вопросы. Выбирай какие-то варианты или отвечай, что ты реально думаешь. Итак, Москва или Армавир? Армавир. Все-таки Армавир. Ну да, но, блин, мне жена и жене очень сильно понравилась Москва. Ну, я понимаю, что для ребенка здесь все по-другому и немножко получше. Да и, в принципе, понимаю, что здесь лучше. Но я привык к другому ритму. Я же уже об этом говорил. То есть мне там поспокойнее. Я хотел, как Дима Колчин, взять себе домик. Рыбачить. Рыбачить я не люблю, но с удочкой бы посидел. Семья или бизнес? Наверное, сложный вопрос, блин, на самом деле. Потому что я конкретно хочу ответить семья, но понимаю, что чем я сейчас занимаюсь, я не выбираю семью, получается. То есть, это всегда ну, будет. Значит, если станет вопрос, то семья, если станет какой-то ребро. Популярность или деньги? Популярность. КВН или камеди? КВН. Автор или актер? Тоже для меня такой вопрос, блин. Я очень сильно люблю писать, мне это нравится. В актерской штуке, да, ты понимаешь, что очень много всего. И то, наверное. Ну, больше, конечно, сцена. Вот интересно, Вятка или Раисы? Ух так, да? Ну, наверное, все-таки Вятка. А Раиса для тебя чемпионы? Ты участвовал в том финале, да, ты стоял на сцене. Что ты считаешь? Я считаю, что, блин, ну они правда заслужили. То есть, да, это было не золото. Ну что, это было не золото, и золото за это не дало жюри. Дал Константин Львович Эрнст. Но они заслужили его. Ладно, не в этом году, в следующем должны были стать чем. В предыдущем, может быть. В Раисы должны были уйти с КВН золотыми медалями. Они сделали для КВН очень много и очень много отдали сил. А когда ты отдаешь очень много сил, это должно вознаграждаться. Если бы я сидел в жюри, я бы дал. Мы проиграли. Прям 100%. Как мы, знаешь, как шутили? Ох, там было за кулисами. Да. Я говорю, ну после приветки поезд один отцепили просто, вагон. Махали. Звоните! Там, ну да, там плюшки стояли. Мы готовились вообще-то. Почему никто не оценивает? Ну да. Но самое главное, что мне очень понравилась наша музыкалка. После оценок приветствия мы зашли в гримерку, и я сказал, на все, насрать вообще. Музыкалка, давайте хоть раз в жизни кайфанем. Дорогие друзья, на самом деле это чистая правда. Ровно 8 лет назад мы с командой сидели перед телевизором и смотрели финал высшей лиги КВН. И тогда, в 2010 году, победили бакса-участники, простые парни из города Армавира и станицы Брюховецкой. Именно в тот момент у нас появилась мечта тоже когда-то в жизни испытать такие же эмоции. Ну а сегодня... Ну а сегодня заканчивается наша история. И мы уверены, что сейчас, в этот самый момент, по ту сторону экрана, сидят парни с горящими глазами. Их история только начинается. Мы хотим обратиться сейчас к ним. Пацаны, ну что вам пожелать? Удачи! У вас все получится. У нас же получилось. Про все, мы проиграли. Мы не выиграли. Мы не будем чемпионами. На какие там другие те медали дадут? Да все равно. Не дадут, не дадут. У нас была задача финал. Мы прошли огромнейший путь. Мы отыграли 8 игр из 9. Мы молодцы. Давайте просто сделаем финал так, как мы хотим. Мы даже не пошли как Сюти репетировать. Серьезно, то есть мы до этого отрепетировали, он говорит, давайте еще. Мы говорим, не надо, все. Как будет, так и будет. Вот так вот пусть будет. И я помню, мы так кайфовали. Ну, я лично кайфовал. Что сложнее, придумать шутку или выучить ее? Это твои вопросы, да, уже? Уже мои пошли. Да. Блин, наверное, выучить для меня. Да. Потому что шутка – это такая вещь, которая нужна точная формулировка. Чаще всего авторы дают шутку. И ты ее говоришь, она говорит, блин, ну не так ты ее говоришь. Она перестала работать. Да, сначала я психовал. Говорю, да как, блин?
Значит, не смешная. А сейчас нет, да. Надо правильно сказать шутку, чтобы она работала. Крокус или театр Российской армии? По мне так, театр Российской армии, он как-то вот ближе. Ну, просто для нас Крокус это был, ну, пик такой, да? Охренеть. Там. Чересчур, да? Ну, я поднялся наверх, думаю, нахрен, кто будет покупать билеты? Там же вот такие вообще, вот такие люди, вот такие там декорации. Там были экраны и так далее, все было хорошо. Не, я понимаю, что, конечно, там с повторителями все это круто смотрелось. Ну, просто, то есть это пик такой, очень круто было. А шутка с матом или без? Без мата. Потому что иной раз бывает, придумаешь даже шутку, и прям сидишь, ну, говоришь, ну, явно ж не сработает. Вот ты как не меняй это слово, тогда надо переписывать шутку. Поэтому легче придумать шутку, а потом еще мат добавить, чтобы комбо было. Какие качества человека ты ценишь больше всего? Доброту. Я сам по себе добрый, бывает это оборачивается, но мне кажется, что, если ты добрый, значит, ты хороший. Не знаю. Самая главная цель в твоей жизни? Наметил ты ее себе? Вот это моя проблема, что нету цели. Причем не ставлю я себе как-то. А мечта какая-то есть у тебя? Да и мечты уже нету. Уже? Серьезно. Была мечта выиграть КВН. Но она-то пока и остается. Нет. Это... Ну, это определенная какая-то. Это не сказать, что это мечта. Это цель сейчас, да, больше, наверное. Вот я говорю, что... Какая-то цель определенного этапа. Мне один умный человек сказал такую фразу. Он говорит, у человека всегда должны быть две мечты. Одна – это вот ближняя, вот для какой-то ты можешь дотянуться. То есть, я не знаю, купить телевизор. Вот я хочу купить телевизор, и ты покупаешь телевизор, чтобы эта мечта тебе помогала, ну, чтобы ты мечты, мечты, да, сбывались, да, к ней шел. А вторая мечта должна быть недосягаемая, как горизонт. Что ты вот, как только ты к ней подходишь, она все дальше и дальше от тебя. Вот надо придумать тебе эту мечту, которая будет тебя вести к этим маленьким телевизорам. Да, да, нет, я понимаю, что это должно быть, потому что должна быть цель. Ну, вот как-то у меня... Пока не сформулировал. Да. Смотри, самый главный вопрос, который многие задают, можно ли сейчас из никому неизвестного провинциального пацана стать звездой КВН? Да, 100%. Этот пример уже длится 57, да, или сколько лет? 58 практически. 58 лет. Вот быстро расскажу. У нас Максим Конюхов, это Егорыч, который. Была такая ситуация, что он пришел с армии, и мы не знали, что он пришел с армии. И мы сидели в жюри юниорской лиги, и он играл со школьниками. Вот. И мы в жюри, типа, смотри, какой пацан, блин. Так сдает хорошо, играет прикольно. Давай его к себе позовем. Он говорит, да, давайте попробуем. И мы к нему, я к нему так относился, типа, юниор лиги какой-то, молодой. Я один момент говорю, слушай, а сколько тебе лет? А мне было 20. Он говорит, мне 24. Тормози. Или там 25, ну не помню, не суть важно. Я говорю, что? Он говорит, да, серьезно. Я говорю, а как ты появился? Он говорит, я с армии пришел, начал опять играть. Я говорю, братан, ты нормально у тебя? Ну там, все хорошо? Он говорит, да, типа, все хорошо. Я говорю, а зачем ты вернулся? Он говорит, я чемпионом вышки хочу стать. Я думаю, до свидания, бля. Взяли дебила в команду. А мы, ну, только в Армавире, то есть еще та команда. У меня вообще не было понятия, что мы попадем в высшую лигу. То есть я не бежал к высшей лиге. То есть все как-то вот шло, шло, шло. Потом ты в моменте понял, в Минске мы играли, мы не думали там. Мы хотели, мы понимали, что возможно. Но все это казалось таким каким-то. Да какая ты с Армавира... У нас не было спонсоров, мы там не ели, не пили, ну, как все КВНчики. Да. И ты такой сидишь и кажется, никогда в жизни этого не произойдет. А потом, когда ты попадаешь в высшую лигу, все это заканчивается вот так вообще. Бам, и все. И ты, вот как я говорил, не знаешь, что тебе дальше делать, потому что ты больше ничего не умеешь. Это был Алексей Кривенин, русская дорога. А еще тебе вопрос, можно? Давай. Мы в следующем году увидимся? Обязательно. Все. Все? Да, спасибо.